Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики канала. Сегодня, так сказать, небольшой гайдик по тому, как же нам попасть в полигон номер 8. А именно вот в этот. Так как вы сюда попадете по сюжету, по сюжетной линии, так сказать, могу. Вот, как же в него все-таки попасть? Я очень долго искал, как в него попасть, что же сделать. Вот, что здесь вы можете найти? Это для звездочки нижнее лезвие с ускорением... с ускорителем рефлексов, для лисы облегченное титановое лезвие, для доминатора вихревой преобразователь, но это такое, так себе сказать. Для ПН затворная рама револьверного типа и для швед насадка из полимерных сплавов. Как же нам сюда попасть? Ну, прежде чем я буду вам рассказывать, небольшая реклама. Поехали. Друзья, хочу вам посоветовать нашего партнера. Это Steam Dom, это умный бот в Телеграме, который своевременно, быстро, без каких-либо геморроев, сразу с вашей банковской карточки снимет денежки и перечислит их на Steam кошелек, чтобы в дальнейшем покупать ваши любимые игры, которые находятся в российском сегменте Steam'а. Все очень просто, все очень понятно. Пишите ему, дальше следуйте его инструкциям, пополняйте счет и покупайте свои любимые игры. А мы продолжаем. Ну что, друзья, продолжаем. Так значит, как же нам попасть на этот полигон номер 8? Я тоже очень думал, много гадал, как же, куда же, зачем же, почему. Так, смотрите, ребятушки, прежде чем... Что же здесь надо сделать? Значит, нам надо здесь вот это активировать. Это энергосамоходный скат. Как нам его сделать? Значит, ребятушки, вот здесь вот пробегаем. Залазим. Эй, залезь, пожалуйста. Вот. Что ж такое-то? Спасибо. Вот. Значит, здесь нам нужно что? Так. Нам нужно попасть вот сюда, чтобы активировать, так сказать, всякую хрень. Для чего? Для того, то, чтобы вот здесь вот будет у вас камера. Вот будет у вас камера. Вот сюда вам нужно будет к этой камере подсоединиться. Подсоединиться к этой камере. И уже у вас, вам надо будет вот этот вот энергосамоход активировать. В принципе, ничего сложного, ничего такого сверхъестественного нету. Это первый самоход. Вот. Я сначала думал, для чего же она вообще нужна? Ну, в принципе, для чего энергосамоход этот активировать? Для того, чтобы попасть вот именно на полигон номер 8. Потом дальше вот здесь пробегаете, здесь у вас будет второй энергосамоход скат. Вот. Как к ним присоединиться? Смотрите, ребятушки, подсказываю вам. Значит, вот сюда залазим наверх, на самую крышу. Залазим на самую крышу. И здесь у вас появится вот этот вот валанчик. Вот. Вот, смотрите, здесь, чтобы вам это активировать, вам надо будет присоединиться вот именно к этой камере, чтобы открыть вот это вот. Вот, открываем. И дальше... Ну, здесь вот камера недоступна. Ну, здесь вот тоже есть гриф. Вот от этого грифа, вы можете подключиться вот именно к этой камере, чтобы активировать вот именно этот первый, около которой находится сохраняшки, энергоскат. Вот. Ну, я так и не понял, для чего вот именно вот эта камера, что она активирует. Ну, она, в принципе, что-то активирует, но мне вот это именно вот эту вот штуку. Ладно. Отвлеклись мы маленечко. Дальше, друзья, чтобы нам активировать второй энергоскат, вам нужно подключиться либо вот к этой камере, вот вы там вот пробегали, вот, либо к той, которую до этого я расстрелял. Просто так же подключаясь к этой камере, нажимаете F, и она активируется. Вот. Что же дальше? Где же у нас находится третий? Вот смотрите, друзья, сейчас я вам подскажу здесь небольшую, так, секретик. Вот. Вот по сюжетной линии, когда вы здесь уже все сделали, все зачистили, все как бы, все шикарно, все нормально, вот здесь у вас будет лифт. Да, я сначала думал, ну блин, это же обычно какой-то лифт. Где же, куда же попасть в этот полигон? Оказывается, нету.
Оказывается, вот здесь вот есть три такие лампочки, которые должны загореться. И после этого вы уже попадете в полигон номер 8. Вы спросите меня, а где же найти нам третью? Потому что первые две будут у вас загораться, гореть зеленым, а третья будет у вас не реагировать на что. Значит, что мы делаем дальше? Дальше... Куда ты полез, друг? Зачем ты сюда залез? Объясни. Я тебя не просил, спасибо. Вот, продолжаем. Значит, дальше вот здесь вы просто оббегаете, выходите из этого главного центра. Оббегаете, да, друзья, там же у вас вот тоже вот тут вот, где грибочек будет, тоже сохраняшка. Там вы можете сохраниться. Просто дальше пробегаете сюда, бежим от этой сохраняшки. Вот. Бежим, 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 бежим. Пробегаем, и здесь вот у вас тоже будет эта система ромашка. Ну, я ее убиваю, чтобы никого не привлечь здесь на свою беду. И здесь у вас будет уже третий энергосамоход, который вам тоже нужно будет активировать. Вот, также подключаетесь по этой системе через валанчик к этой системе ромашка. И также активируете. Вот, друзья, в принципе, ничего такого сложного. И уже потом бежите к этой, к лифту, и нажимаете, и просто спускаетесь. И там вы уже будете проходить, искать серебряные, бронзовые, золотые эти, насадки, вот это тому всему подобные вещи. Так что, друзья, всем спасибо большое за внимание. Ставьте лайк, кому пригодилось это видео. Подписываемся, не забываем ставить колокольчик и пишите также комментарии, помогло вам или нет. Если нет, могу также ответить на ваши комментарии. Всем спасибо, друзья. Всем пока.